делать? Что делать? Что делать? Чуп, сделай что-нибудь. Спасибо, великие воины. Без вас мы, наверное, не пережили бы эту ночь. Ну, в благодарность вы можете нас накормить. Конечно, конечно. Ешьте сколько хотите. Всего за 4 изумруда, это ваше. На 2 сойдемся. У меня есть еще просьба. Эта атака на деревню была не первой и не последней. Следующую ночь все повторится опять. Единственный способ выжить – это соорудить железного голема, который защитит нас. Но у нас совсем нет железа. Принесите нам железо, и вы получите еду, изумруды и все, что захотите. Да, нам еще понадобится еда на путь домой. Угу. Так, куда пропала моя пшеница? Чертовы зомби.